Давайте мы туда переместимся. Я туда. Поэтому не обессудьте, да. На допросе не пытались опять инкриминировать связь с грузинской разведкой, с Гиви Таргамадзе, и то, что якобы мы совместно с ними готовили массовые беспорядки в Российской Федерации. Я категорически отверг эти обвинения, сказал, что это абсолютно не соответствует реальности, что это вымысел. Знаете, это задача следствия что-то доказывать, если не огульно в чем-то обвинять. Я считаю, что в эти дни надо усилить борьбу за прекращение политических репрессий, за освобождение политузников. Я прошу всех честных людей и завтра приходить к Следственному комитету вечером просто на такую как бы встречу, на встречу с депутатами, не митинговать, но выйти и выразить свое возмущение вот этим чудовищным просто беспределом и беззаконием. На выборы повлияет, и поэтому, собственно, я лично не верю в то, что разумный человек может себя так вести, а я Сергея знаю больше 10 лет, и знаю, что несмотря на то, что он, может быть, на митингах ведет себя там очень активно, тем не менее, я знаю его как человека разумного. И с человеком малознакомым он не будет вести такие разговоры, как те, которые есть на этой пленке.